Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Сегодня пришел на рыбалку на реку Западная Двина, район города Полоцка. Очень сильно поднялась вода, очень сильно гонит траву. Но мы будем пробовать ловить щуку. Попробую новые воблеры от фирмы Беркинг. Смотрю сейчас не сильно глубоко, поэтому буду пробовать копию на Мегабас X120. Она как раз по этим меликам должен отработать. Поэтому если что-то будет, то вы увидите это в видео. Забрался такое место вот на Двине. На этом берегу ловлю первый раз в этом сезоне. Вода очень сильно поднялась. Здесь была такая большая отмель, а сейчас все затоплено водой. Собрал спиннинг. И сейчас буду пробовать здесь ловить щучку или окуня. Ловить буду вот на такой вот воблер X120 SL от фирмы Беркинг. Посмотрим, может что-нибудь и клюнет на него в этих местах. Здесь такие мели. Раз воблер не глубоководный. Вертолет за нами наблюдает. Попробуем здесь половить. Гонит траву по Двине. Травы довольно много. Поменял место. Вышел с этого полуострова. Ходить там очень тяжело. Плюс можно хорошо провалиться. Вертолет все летает. А мы попробуем ловить на новом месте. Очень много гонит травы, ребята. Дожди видно где-то идут. Двина поднялась вообще хуже, чем весной. Тут очень мелко в этом месте. Много затопленной травы. Короче, по такой рыбалке можно остаться и без воблера. Надо, наверное, перебираться под мост. О, есть, друзья, поклевка. Есть поклевочка. Чуть зацепил.
Вот такая, друзья, щучка. Фух, хорошо взял ее. Но она чуть-чуть он держится вообще за один тройничок. Ну, килограммчика два щукенция данная будет. Сейчас отойду немножко подальше, чтобы ее взвесить и снять с тройничка. Сейчас взвешу, сниму и включусь уже перед взвешиванием, ребята. Буквально четвертого заброса взял такую щучку. Вот посмотрите, еще бы чуть-чуть, если бы не форсировал вываживание, она бы сошла. Ну вот, друзья, включил без мен. Сейчас взвешу щучку. Кило 600. По моим ощущениям, было килограмма 2. Сейчас попробую перевесить. Кило 600 грамм. В принципе, приятно. Хорошая щучка доставила мне удовольствие при вываживании. Вот такую можно забирать. Отработал воблерок, новинка фирмы Беркинг. Копия на Мегабасс X120. Значит, друзья, воблеры уловистые. Продолжаем ловить дальше. Только сейчас, друзья, заметил, что вот один тройничок поломался. Поэтому сразу же рекомендую тройнички под замену. Продолжим дальше. Половлю на этот воблер. Потом, может быть, поменяю. Попробуем другую расцветочку. Твифить здесь сильно не получается. Мелко, много травы, поэтому буду пробовать равномерочку. Видите, при каждом забросе травка цепляется. Попробуем. Поменял еще раз местечко. В июне я ловил вон там вот под той арочкой моста. Увидели, какая там была отмель. Как я заходил по этой отмели далеко под мост. Теперь там все затоплено. Попробую здесь немножко покидать. Может, немного поглубже. То там на меликах уже надоело тягать каждый раз траву. На этом, друзья, рыбалку буду заканчивать. Уже скоро стемнеет, пора идти домой. Одно радует, что новый воблер разловлен. Разловлен неплохой щучкой на кило 600. Это, конечно же, радует. На этом буду заканчивать, друзья. Всех благ вам, вашим близким.
ни хвоста, ни чешуи на рыбалке.